Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обновление, в принципе, уже прошло. Единственное, не успел архидемона на русском сервере убить, потестировать с расколом. Новым его изменили, но ничего не сделаешь. На английском тоже, в принципе, архидемон закончился, поэтому поехали, будем выбивать нового героя здесь, героиню, даму холода. Если выбьем, потестируем. У нас есть практически 200 тысяч. Я решил выбивать здесь. Предел вместимости склада. Все как всегда. Здесь не хватает просто тупо места. Давайте уже плюхи пооткрываем некоторые. Попробуем. Пикфут. Бочка. И опять. Почувствовал себя без донатом, только мест уже просто нет. Без донатов обычно. Так, давай. А, давайте, кстати, потратим. Островок. Может, что-то интересное вытащить. Нифига себе. Вот это подгоны, ребятушки. Интересно, какая 10-я эмблема. Так, это у нас эмблемки с КБшки. Бог войны. Мелкие, да, 10-ю словили, нифига себе, из ворот. Так, сундуки защиты. Ну, для ленивых хоть какой-то шанс дособирать. Ладного призрака, кто не успел. Блин, откуда этих сундуков столько? Я-то думаю, мне места не хватает, конечно. Так, смертушка. Рину. Интересно, выбьем или нет? Опять. Опять. И цукуб. Стрелок-укротитель. Ну, кстати, после обновы, как обычно, падает довольно-таки неплохо. О, грома. Ледяной феникс, неплохо. Дракос. Малышник. Айс Леди на английском сервере называется. Новый герой. Призрачный всадник. Интересно, останутся у нас самоцветы после этой обновы или нет? Заклинательница. Фараон. Сноу. Суккур. Ну давай, рандомчик. Паладин. Стрелки так полным ходом падают. Это просто жесть. Раньше, блин, по 100 тысяч самоцветов сливали, чтобы получить командорка.
Вот самое плохое, что они могли бы хотя бы в день обновления запускать коллекционера. Тогда было бы многим интересно это паролить. Хотитель. Хоть какую-то бы халяву делали. Землеройка тоже неплохо. Призрачный. Ну, у меня эти все герои есть, поэтому тут... Ууу, есть! Итого у нас ушло 1070, ребята. 70к у нас ушло на выбивание. Давайте еще за 450. На выбивание вот этой вот новой героини. Поехали, посмотрим на нее. Здесь хотя бы возможностей побольше есть, нежели на других аккаунтах. Такс. Даже два места у нас добавилось. У меня даже больше здесь уже мест. И сколько мест не активировано? 5. Даже целых 5 мест. Влепили по лайку, как видите, удача нас не покидает на русском сервере. Дама холода есть. Мы ее выбили, наконец-таки. Такс, поехали. Посмотрим на нее, что она может. Может. У нас Минотавр бегает. Сейчас немножко ее подкачаю. Да ты что, мне дали даже какие-то плюхи. Нифига себе. Интересно, какие-то они нам там плюхи дали. Там самое интересное посмотреть, автопрокер она или нет. Это многое будет решать. Понятно все. Все с вами понятно. Так, что-то нам надо на пятую эмблему. 71 лава, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, есть. Давайте баст поставим. У нас на сменке есть. Поехали, посмотрим. Самое интересное, автопрокер она или нет. Ну, в принципе, по идее, должна быть автопрокером. Да. Она автопрокер. Что это означает? Это означает, что герой будет довольно-таки интересным для бездонатов. Для донатов не знаю, смотря как его собрать, конечно же, но для бездонатов за счет скилла героя. То есть герой наносит урон. Ну понятно, крестообразная зона это как свален, то есть это такое себе. Увеличивает атаку и скорость атаки всех героев. Вот это очень неплохая тема будет для бездоната. Получше, чем
свален, 66% это все-таки немало для фарм локаций. Также щит будет автоматически с неуязом, иммунитетом и оглушением. То есть неуяз, иммунитет к оглушению, заморозки. Тоже довольно-таки неплохо, но эффект можно снять, то есть ресейвание будет работать. Плюс уменьшает уклонение вражеских героев 40%, что тоже, в принципе, немаловажно. Ну а так, не знаю, посмотрим. Прокачаю, ждите видосика с прокачкой и тестом уже без прорыва. То есть мы посмотрим на героя, какой он есть, какой он будет для бездоната более реальным. Ставьте лайки, ждите нового видоса. Всем удачи, всем пока.